этого матча мы приветствуем наших болельщиков, дорогие друзья, на очередном матче женской команды на этап мирового тура в Москву. Now, ladies and gentlemen, it's time to welcome the officials, the referees of the match. Дамы и господа, Сюди, first referee from Switzerland, international and Olympic referee, Mr. Jonas Bersanelli. И наше приветствие второго судья матча, Super Referee, Хосе Мария Падон, Испания. And now, please welcome the teams representing Canada. Please welcome Jamie Lee Brother. And with the number two performer, Кристина Варьяс. И встречаем на площадке команду России. Мария Прокопьева, игрок номер один. Ваша посмелкой. И Евгения Укова. Марва. Команда России. Болельщики Москвы, России, здесь и сейчас поддерживаем наших девушек. Thank you.
Thank you.
Misty Novaes. Касание блока. 13-8. И технический тайм-аут. Typical тайм-аут. Первая партия технический тайм-аут. Дорогие друзья, мы помним с вами, что сегодня мужские и женские команды играют последние матчи. Группа матч основной сетки. Завтра у нас раунд плей-офф. С 9 часов утра завтра начало матчей. Первые игры с 9 часов. И в течение всего дня также день будет долг, как и сегодня. Сегодня 12 матчей на первом корте. И у нас с вами на площадке в это время продолжается пятый матч сегодняшнего дня. Завтра начало игрового дня в 9 часов утра, а в воскресенье напоминаем вам, друзья, финальный день. Начнется он с полуфинальных матчей женских команд, затем мужские. Начало в воскресенье в 12 часов, первые матчи полуфинала. Давайте еще раз поддержим, кто голосом, кто ложками. Команда России! Канады.
из подачи Мария. 19-12 в первом сете. Thank you.
start sweet. Yeah!
so far, two games, two wins, one game won, one loss to Canadians. Thank you.
tie the game after the timeout. Ukolova. Московская правда. Товарищ, ей все путем.